Друзья, всем привет! Сегодня в Петербурге просто замечательная погода. Золотая осень, плюс 17 градусов. И я решила в свой блог добавить новый видеоформат, где я буду тестировать различные пленочные камеры. Сегодня я взяла свою камеру Olympus Mio 2 и взяла черно-белую пленку в намотке. Это Фомапан. Поехали дальше, посмотрим, что у нас получится. Отсняли 12 кадров. Я очень давно просто не гуляла по городу с фотоаппаратом. Отвыкла уже немножко делать стрит-фотографию, фотографировать просто прохожих людей. Испытываю некое волнение, но я думаю, что нужно просто подпривыкнуть, и все будет супер. Скоро мы отправимся с вами в Манеж. Мы уже с моим оператором, моей подругой, купили билеты на выставку, поэтому будут разнообразные фотографии. Хочу посмотреть, как эта пленка работает и на улице, и в помещении тоже. Плюс мне же будет необычный свет, немного затемненный. Тоже посмотрим, как эта пленка справится. Я забыла сказать, что ISO у пленки ISO 200. Вот, поэтому поехали дальше. Этот великолепный звук перемотки пленки. Итак, мы отсняли все 36 кадров, побывали на улице Петербурга, сходили в Манеж, попили кофе, поболтали, все дела сделали, классно провели время. Сейчас я пойду сразу же отдам пленку и уже не терпится смонтировать. Я не очень много монтировала видео в своей жизни, поэтому я очень надеюсь, что все получится. Вот.
Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки, пишите комментарии. И если вам зайдет такой формат, я вдохновленная буду снимать дальше обзоры и на другие пленочные камеры. Следующую камеру хочу разобрать из зениц с ручными настройками. Вот, поэтому не переключайтесь.